Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Посмотрите, целая гора печенья к чаю на творожно-песочном тесте. Рецепт замечательный. Вот так вот оно выглядит вблизи. Хорошо пропеклось. Вот это вот изумительная начинка с небольшой кислинкой и сахарная корочка сверху. Очень вкусно. Я соблазняю. Поехали. В миску разбиваю яйцо, добавляю соль, сахар, ванильный сахар, творог и сметану. Готовлю песочно-творожное тесто. Это тесто придумала я сама, мой авторский рецепт. Хочу, чтобы вы меня поддержали лайком. Приготовили. Получается очень вкусно. Растопленное сливочное масло. Можно размягченное добавить. И перебиваю все блендером. Масса стала однородной. Этого достаточно. За два приема просеиваю муку. Добавляю разрыхлитель. Все точные количества смотрим, как обычно, под видео. Перемешиваю. Приготовила печенье. Мои родные, близкие оценили. Съели все до крошки. Даже кот попробовал. Так, просеиваю оставшуюся муку. У муки может пойти чуть больше, это зависит от размера яйца, от влажности творога, муки. Поэтому, друзья, если тесто слишком будет подлипать, там 2 столовые ложки муки можно добавить. Так, собираю руками и сразу вымешиваю, так чтобы оно было однородным. 4 минуты я вымешиваю тесто. Давайте посмотрим, какое оно получилось. Такое мягкое, воздушное. Однородная. Вот где-то творожок просвечивает. Нормально. Сильно долго не вымешивайте, потому что это все-таки песочное тесто. Убираю его на полчаса в холодильник. Если сильно торопитесь, то в морозильную камеру минут на 10. Стол присыпала мукой. Тесто делю на 2 части, приблизительно на глаз. Вторую часть можно пока убрать в холодильник. Так, разминаю в лепешку. И если нужно, то присыпаю мукой. Раскатываю в тонкий пласт толщиной приблизительно 3-4 миллиметра. Стараюсь прямоугольником раскатать, чтобы так нам удобно было с вами. Делю на 2 части, обрезаю края и делю на 2 части прямоугольник. Ножом обрезаю края, чтобы было ровно, красиво. Мы их будем использовать. Пласт приблизительно делю на 2 части, ну, зрительно. Если не можете зрительно, значит, можно измерить. А на одну часть наношу повидло, смешанное с вареньем. Экспериментируйте, друзья, с разными начинками. Стараюсь распределить тонко. Все края все хорошо промазываю, выкладываю сверху пласт. Так, беру нож и делаю нарезку приблизительно по 2 сантиметра в толщину.
Разрезаю поперек и выкладываю на противень. Печенье увеличится в объеме, поэтому близко не выкладывайте, чтобы оно хорошо пропеклось со всех сторон. Печенье смазываю сбитым яйцом с добавлением молока, чтобы оно загорелое, было красивое, чтобы к нему хорошо прилип сахар. А сверху немного присыпаю для вот такой вот корочки сахарной. Угу. Любимое печенье. Сразу скажу, что рецепт мой авторский. Сама придумала, сама сделала. И с большим удовольствием угощаю вас. Оставлю в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекается приблизительно 10-14 минут. Это зависит от вашей духовки. Друзья, понравился рецепт, не забудь оценить лайком и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч. Пока-пока.